Здравствуйте! На Ахтубинском канале «Время новостей» вы смотрите информационную программу «Ныне» и вот некоторые темы этого выпуска. Быть гражданином мира значит успешно работать не только для своей карьеры, но и для процветания страны и мирового сообщества. Эти слова стали лейтмотивом межрегионального семинара педагогов в средней школе номер 8. Номинаций 6, но победителей больше. В субботу подведены итоги конкурса «Голоса Ахтубинска-2014». Дачи на острове Петриков ждут своих хозяев. Те же, в свою очередь, ждут, когда начнет работать паромная переправа. Подождать, видимо, придется. А теперь обо всем подробнее. Знание иностранных языков сегодня не только культурная, но и экономическая потребность. Согласитесь, это условие успешной деятельности человека в самых разных сферах производства и бизнеса. На межрегиональном научно-практическом семинаре по иностранному языку, который проходил на базе средней школы номер 8, педагоги делились опытом преподавания с использованием программ фонда «Интеркультура» для развития коммуникативности школьников в формате федеральных государственных образовательных стандартов. Развитие темы у Елены Печенко. Коммуникативно-речевое и социокультурное развитие школьников и их способности использовать иностранный язык как инструмент общения в диалоге культур помогают учащимся осознать роль иностранного языка как средство международного общения. Быть гражданином мира сегодня значит успешно работать не только для своей карьеры, но и для процветания страны и мирового сообщества. Педагог школы номер 8, а также волонтер фонда «Интеркультура» Павел Редькин имеет богатый опыт в работе с иностранными студентами, причем как в России, так и за рубежом. Он стал инициатором данного семинара и надеется, что усилия затрачены не напрасно. Мы хотели в этом семинаре показать, что мы изучаем английский язык в школах для того, чтобы общаться и вести межкультурный диалог со своими сверстниками из других стран мира. Это главная цель обучения иностранному языку, которая рассматривается сейчас в формате новых федеральных образовательных стандартов. Поэтому мы решили пригласить коллег из разных регионов России. Те школы, которые имеют опыт работы с фондом «Интеркультура», где учатся наши иностранные школьники, и поговорить о том, какую пользу это приносит нашим российским школьникам, что нового можем узнать об этом мы, чем можем поделиться мы, какие аспекты своей культуры можем продемонстрировать мы и о чем мы можем задуматься, откуда произошли какие-то наши праздники, традиции, наши корни, чем мы гордимся, что мы можем показать миру и что мы можем узнать о современном мире. Вот об этом мы и говорим в процессе этого семинара. В эпоху нынешней информационной цивилизации педагогам приходится работать в условиях, когда научные знания устаревают быстрее, чем успевают усваиваться учениками. Поэтому нужны новые формы и методы обучения для подготовки творческой личности, способной к непрерывному развитию и самообразованию. А значит, цель учителя – воспитать человека так, чтобы он соответствовал требованиям современности. Использование инструментов программ фонда «Интеркультура» в изучении иностранного языка для развития коммуникативности школьников в этом плане трудно переоценить. К тому же делать это в формате федеральных государственных образовательных стандартов – своего рода новаторство, которое идет на пользу и ученикам, и самим педагогам. На межрегиональный научно-практический семинар в школе номер 8 собрались учителя из школ Ахтубинского района, а также волонтеры фонда «Интеркультура» из Астрахани, Волгограда и Краснодарского края. В течение двух дней все они стали участниками целого ряда мероприятий. Это были открытые уроки, тренинги, круглые столы и культурная программа. Очень-очень интересный опыт Ахтубинска. Просто уникальный опыт. Интересный опыт в школе вообще у Павла Николаевича, потому что он давно уже в организации. И то, как этот опыт распространяется во всем городе, это, конечно, очень здорово. И то, что делают учителя не только иностранного языка, а учителя очень разных предметов. И для меня было открытием, конечно, это библиотекарь этой школы, которая сама выучила английский язык, которая так увлеченно работает с детьми, не только с нашими, но и с иностранными школьниками.
Библиотекарь школы номер 8 Ирина Подшивайлова действительно человек уникальный. Она не только самостоятельно изучила английский язык, но и использует свое знание на благо подрастающего поколения. Ирина Александровна не делит ребят на своих и чужих, а помогает им стать ближе друг к другу. В этом году фонд «Интеркультура» отмечает 100 лет своей деятельности. Ахтубинск по программе обмена студентами работает уже 17 лет. За это время в школах города обучались ребята из разных стран мира. Они знакомились с российской культурой, а наши школьники узнавали о жизни в других частях света. Такой обмен информацией формирует у ребят мотивированный интерес к изучению иностранного языка, способствует более эффективному усвоению учебного материала, содействует развитию социокультурного образования и обогащает коммуникативный опыт. Сейчас в 8-й школе по программе обмена студентами обучается школьник из Германии Кирилл Димов. По национальности он болгарин, но для будущих граждан мира ни национальность, ни гражданство значения не имеют. Они общаются на языке дружбы и толерантности, что явно идет на пользу в изучении иных языков и культур. За участие в обучающем семинаре все педагоги получили сертификаты от фонда «Интеркультура», который не обошел вниманием и Ахтубинское телевидение. Дело в том, что данное средство массовой информации освещает все события, связанные с работой фонда в Ахтубинске вот уже 17 лет. И все это время участвует в формировании дружелюбного и толерантного отношения к ценностям других культур. Продолжаем программу. Прошедшие выходные показали, весна уже с нами. Вот и скворцы прилетели, лед на реке растаял, дачникам путь на остров Петриков открыт. Открытым остается и вопрос, когда же заработает паромная переправа туда. Чтобы выяснить это, наш корреспондент Владислав Лихварь отправился в автотранспортное предприятие, ведь именно там идет подготовка катера, транспортирующего паром. Но, как оказалось, проблем в АТП и без этого хватает. Как только снег сошел, владельцы садово-огородных участков сразу стали наводить порядок, сеять редис, морковь под пленку. Однако дачники, чьи участки находятся на острове Петриков, эту работу по ранней весне выполнить не могут. Препятствие одно – нет еще переправы на остров. Выполняя просьбу ахтубинцев, съемочная группа ахтубинского телевидения отправилась к месту переправы, дабы выяснить ситуацию. Встреча с директором АТП не состоялась. Его вызвали в городскую администрацию. Ожидая руководителя предприятия, узнали, что прошедшим вечером на рейсовый автобус, следовавший по маршруту АТП поселок Крючников, было совершено своего рода нападение подростков. Возмущенные этим поступком, работники мастерской, водитель подробно рассказали о хулиганской выходке. Вчера по маршруту номер один на речник АТП, время без 10:11, позднее, во время дежурства, детвора вот, Петропавловки разбили стекло. Вот, в салоне находились пассажиры. Кинули кирпич, вот, разбили стекло и убежали. Это было возле остановки, ну, по маршруту, перед переездом возле школы юнатов. Детвора лет 12-13, вот, человек 5. Куда смотрят родители, вот спрашивается. В 11 часов ночи они разгуливают, 12-13-летние детвора. Сами же ездят в этом автобусе и сами же кидают кирпичи. Вот. Хорошо, люди не пострадали, хотя в салоне находились пассажиры, сидели женщины, дети. И это уже не первый случай. Директора автопредприятия мы так и не дождались. Как выяснилось позже, он, как и предыдущие руководители, проработавшие несколько месяцев, уволился по собственному желанию. Выяснить судьбу паромной переправы не оказалось возможным. Одно удалось выяснить. Осенью неисправный двигатель вынули из катера, буксировавшего паром на переправе. Поставили на стол мастерской для ремонта, где он и стоит на этом месте до сих пор, как пояснили специалисты, по причине отсутствия запчастей. Для двигателя 1953 года выпуска найти рабочие детали сложно. Точнее, о работе переправы на остров Петриков, как паромной, так и лодочной, ахтубинцы узнают, вероятно, после 23 марта, по завершении избирательной кампании от нового мэра. В минувшую субботу стали известны лучшие голоса Ахтубинска 2014. Финал одноименного традиционного вокального конкурса состоялся в гарнизонном доме офицеров. За звание лучших певцов в 6 возрастных номинациях состязались 38 вокалистов, прошедших предварительно сложнейший кастинг.
Жюри возглавляла руководитель Департамента развития социально-культурных и благотворительных программ Мария Горелина. Ее похвал были удостоены многие конкурсанты. Ну а самым лучшим московская гостья вручила дипломы победителей, специальные и поощрительные призы, а также два сертификата на участие во Всероссийском инновационном фестивале детско-юношеского творчества «100 голосов России». Все подробности у Татьяны Фоминой. Организаторы мероприятия сделали все возможное, чтобы зрители побывали не просто на концерте, а насладились творчеством сполна. Финал конкурса начался в полдень, однако в зале в это время царила глубокая ночь. И вот на темное небо, точно на истинно черный холст, художник словно пролил краски. И они разлились частичками мерцающих звезд. Передать атмосферу ночного волшебства помогала светотехника, а также выступления юных гимнасток и лучших танцевальных коллективов Ахтубинска, таких как «Респект», «Экспрессия», «Веснушки». Ночь – пора сновидений и раздумий, и на смену ей всегда приходит день, время для открытия и побед. Вот с такого праздничного хореографического вступления начался конкурс эстрадной песни «Голоса Ахтубинска-2014». Для нашего района, для нашего города, для всех жителей всегда, когда проходит этот конкурс, всегда большой праздник. Потому что здесь принимают участие от мала до велика все те, кто обладает способностями пения, вокала, прошли сложнейший кастинг. И мы, конечно, хотим сделать вот такую атмосферу праздника. Поэтому на сцене много света, много огоньков, различных декораций. Чтобы активнее поддерживать участников песенного фестиваля, зрителям раздали разноцветные ладошки. Но на сцену тем временем вышли все конкурсанты. Следом публике была представлена судейская бригада, которую возглавила руководитель Департамента социально-культурных и благотворительных проектов, художественный руководитель Всероссийского инновационного фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России» Мария Горелина. В рамках первой номинации под названием «Солнечное детство» на сцену выходили самые маленькие вокалисты в возрасте от 5 до 8 лет. Держались они вполне уверенно, старались не только петь, но и немного инсценировать свои номера. Номинация «Оранжевое настроение» представила публике вокалистов от 9 до 12 лет. Здесь соперничали 7 конкурсантов, трое из которых пели песни на иностранных языках. Данил Борисенко на английском, а на итальянском сразу два Даниила – Шацкий и Николенко. Третью номинацию «Город зеленого цвета» открыла Алина Бектакова из поселка Верхний Баскунчак. Следом за ней на сцену вышли еще 5 конкурсантов в возрасте от 13 до 16 лет. И ровно столько же участников было в следующей номинации «Color Energy» в возрасте от 17 до 25 лет. Очень волнительная ситуация, но выступалось очень приятно, все приветствовали. Много талантов в Ахтубинске, очень приятно со всеми поучаствовать. Все прекрасно. «Стильный экспресс» – так называлась пятая номинация, в которой в борьбу вступила пятерка вокалистов в возрасте от 26 до 45 лет. Яркие, неординарные, обаятельные своими голосами и подачей песен они доставили публике массу наслаждения. В
завершающей номинации под названием «Птица удачи» вокальное мастерство продемонстрировали конкурсанты в возрасте от 45 лет и старше, после чего жюри удалилось посовещаться. Тем временем глава района поделился своими впечатлениями. И по качеству исполнения, по костюмам, даже по поведению на сцене мы видим, что с каждым годом все становится лучше и лучше. Я просто рад, что вот то, что мы вкладываем деньги в культуру, и то, что мы видим, отдачу какую, я горжусь, что наша культура работает хорошо. Тем более, я это говорю в год культуры, год, когда мы все свои средства, все свои возможности должны направить на развитие культуры. Я считаю, что правильно этот год 2014 объявлен годом культуры. Мы со стороны районной администрации сделали все возможное, чтобы наши таланты, наши люди показали себя так, как они показали себя на сцене. Вскоре были оглашены итоги финального этапа конкурса. Участникам фестиваля были вручены благодарственные письма, дипломы и кубки. Победителями в своих возрастных номинациях стали Екатерина Кудашева, Даниил Борисенко, Даниил Николенко, Владислав Головков, Аслан Гумаров, Илья Архипов и Борис Рожков. Также Мария Горелова вручила Даниле Борисенко и Даниилу Николенко сертификаты на участие в двух различных галоконцертах, которые пройдут в рамках Всероссийского инновационного фестиваля детско-юношеского творчества «100 городов России». На сегодня это все новости. Зрителей благодарю за внимание. Желаю вам удачного начала новой рабочей недели. Всего доброго. До свидания.